Так, ребят, всем привет. Сегодня у нас пятница. И тут подъехали очередные чехлы на Note 7. И хочу ими, этими чехлами с вами поделиться. Итак, вот Note 7, как вы знаете, да, у меня. Вот, кто не верит, показываю, пожалуйста, название модели. Redmi Note 7. Вот, сейчас одет 360, черный, с металлической защитой. Ребят, уже, наверное, месяца полтора пользуюсь. И гидрогель наклеен. Все устраивает, все хорошо. Снимается очень просто. Цвета разные. Выбрал черный, потому что телефон сам синий. Вот. Бывает, что пользуюсь без чехла. Вот, гидрогель, пожалуйста, наклеен. И сзади, и спереди. Вот, золотой подарок пришел от продавца. Вот, наклеил стикер 24-каратное золото. Сзади, спереди гидрогель. Шикарно смотрится. Вопросы есть, кому нравится, кому нет. Защита вот эта, алюминиевая. Ребят, ну с чехлом 360, как вы уже видели, дружит великолепно. Вот. И, соответственно, защищает камеру на все 100%. Поэтому нравится, не нравится. Спи, моя красавица, защита есть защита. Вот. Это то, что касается камеры. Так, теперь дальше. Подъехали новые чехольчики. Вот силикончик с металлизированным покрытием, синенький тоже взял. Обращаю ваше внимание, большой борт под защиту камеры, потому что камера здесь на Note 7 выступает просто, ребят, просто очень сильно. Сильнее, чем на 6. Вот, пожалуйста, 6, да, видите, в два раза меньше камера выступает. На 5 то же самое. Вот, кстати, второй вид чехла 360, видите, вот резиновый. Тоже вот так вот разбирается. Тоже очень хороший чехол. Мне нравится, да? Вот он, резина силиконовый. Вот, пожалуйста, вид карбоновой пленки. Сейчас, кто возмущался, что за фигня, зачем ты клеишь карбон, на К20 Pro, ребят, выпустили модель. Карбон. Карбон, понятно вам? Это сейчас считается последний писк моды. Я вам показываю эту карбоновую пленку уже на протяжении 2 лет. И некоторые пишут, что за колхоз туда-сюда. Ну, расскажите теперь по поводу колхоза руководству компании Xiaomi. Так, ладно, суть не в этом. Значит, металлизированный чехольчик видим, да? Все отверстия совпадают. Кнопки, все спереди, сзади, снизу, все хорошо. Вот, с гидрогелем дружит. Со стеклами тоже будет дружить, поскольку на стекло вот сюда не заходит. Наверх. Ну и, соответственно, бортами защищать экран не будет. Вот. Ну, достаточно такой тоже чехольчик неплохой, да, красивый. Даже, видите, дружит с металлической защитой. Очень оригинально смотрится. Вот. Тоже очень хороший чехольчик. Далее. Для любителей классики. Просто обычный силикон. Но не совсем обычный. С усиленными углами, демпферы так называемые, противоударные, да, то есть когда телефон падает, вот, защищает углы. С ним все хорошо, единственный косяк, не защищает камеру, ребят, то есть с таким чехлом наличие вот такой металлической защиты, оно, в принципе, строго обязательно, скажу так. А так все нормально, отверстия сверху, снизу, все совпадает. При ударе на угол, естественно, будет сохранять телефон. И бортами тоже вот экран защищает, поскольку борта выступают. То есть вот таким образом лежит не на экране, а на чехле. Хороший плюс чехла этого. Единственный минус, как я показал, да, отсутствие защиты бортика на камеру. Далее, ребят, приехали, значит, чехлы для любителей, кто любит, чтобы телефон вообще не увеличивался в размерах. Вот, вот такой синенький заказал. Очень такой цвет насыщенный, красивый, да? Бампер. Одевается очень просто. Держится очень хорошо. Вообще не увеличивать телефон. Все отверстия совпадают. Как мы видим, даже дружит с металлической защитой. Снизу, спереди, сзади.
с боков все защищает. Хороший бампер, стоит совсем недорого. Вот единственная проблема, его тяжело снимать. Ребят, вот с этим проблема. Ну, вообще, если снимать на разрезе здесь, то очень даже ничего. Пластик хороший, покрытие есть, отпечатки не остаются, как мы видим. Далее. Знаем мы вот такой чехол. Как он у нас называется? Стеклянный, да? Его называют люди. Хороший чехол, толстый очень, с резиной по краям. Вот, тоже рекомендую, цвета разные. Ссылки, естественно, на все будут под видео. Камеру, ребят, кстати, защищает. Вот один из первых он появился на рынке. А Note 7 стоит копейки. Вот. Садится хорошо. Вот видите, и даже дружит с металлической защитой. Ну, вот такие вот чехольчики мы сегодня, ребят, с вами рассмотрели. Вот. Также подъехала стеклышко прозрачное. В комплекте идет у нас силиконовое масло, как мы знаем, да. Подарочек тут идет даже два стекла, поэтому два силиконовых масла. В подарок. Вот такие вот стеклышки с отверстием под камеру. Вот. Клеить пока не буду, у меня гидрогель, но вот судя по тому, как его прикидывать к экрану, ляжет очень хорошо, с бамперами дружить будет. Алиафоб какая есть, палец скользит. На этом все, ребят, не забываем подписываться на канал, ссылки на все эти аксессуары оставлю под видео, цены очень даже приемлемые. Всем удачи, спасибо, пока.